9 мая, День Победы в Харькове, по этому поводу концерт парад оркестров духовых. В городе праздничные мероприятия. В 9 утра на мемориале Славы было торжественное возложение венков, цветов мемориала. Монументу скорбящей Родины Матери. А тут другая красота. Да, Саду Шевченко, конечно, стало просто колоссально красиво. Пятидесятая параллель идет по Харькову. Ну, в принципе, не только по Харькову. Но Харьков самый крупный город на 50-й параллели северной широты. А, красоте. Памятник Бекетову. Ты посмотри, какая тут травушка-муравушка. Да, тут нужно в обязательном порядке по этой красоте пройтись. 1 мая это все благоустраивали, вот такую красоту получили. Да, буйство и пиршество красок. А там дальше благоустраивают сад Шевченко, капитально его переделывают. Thank you.
Тестерор, шахаш, давай. Что вы видите в этих картинках? Да. Куда это он? Да, город Харьков превращается в какой-то дендропарк, честное слово. Я не замечал, не знал, что здесь какие-то такие растения растут или способны расти, не понимаю, то ли раньше я на это не обращал внимания. То ли их действительно только высадили, то ли раньше им климат не подходил. С сиренью все понятно, и с каштанами также. Ух ты, куда ж ты побежал? Ну вот что-то высаживали опять. Там в парке Горького, говорят, в этом году уже сакура расцвела, высаженная в прошлом, то ли позапрошлом году. Надо будет еще туда добраться, но не сейчас.